Приветствую всех! С вами Нидерамос, и мы продолжаем проходить шестой Resident Evil по марафону серии на максимальной сложности в одиночном режиме за Шерри. Последняя в нашем списке компании осталась. А вторая глава. Had all your intel saved on a handful of data chips. You've got to find them. Даже немножко патронов осталось с прошлой главы. Okay, first we find the data, then we'll take shelter there. So this data you need to find, it's about me, isn't it? There are three data chips. I lost them in the crash. The locator will pinpoint each one's position. Okay, you find your gear, then I brew us up a nice hot pot of coffee. Ничего интересного. Тут сейчас мы наконец-то новое оружие получим. Как раз то, чего не хватало. А патроны к нему? Вообще нет. Жаль, игра. Я надеялся на патроны, но, видимо, зря. Кстати говоря, сейчас мне вот эта штучка понадобится. They're Juavo, and they're encased in a cocoon. When they hatch, well, it isn't pretty. I'm so glad I was immune to that shit they gave us. Готово. Да. Полетел. Ты... Ты что, меня пристрелить решил? Тут главная проблема, они довольно-таки не очень любят заканчиваться. Поэтому в идеале вот эту область надо как можно побыстрее проходить. Но опять же, в идеале... Ой. Сейчас бы на меня этот сугроб упал. Погоди-ка. Хочу вот это собрать. Что после чекпоинта это уже было собрано, чтобы оно не пропало. Потому что есть подозрительно не нулевая вероятность, что я тут могу сдохнуть. Пошел у нас. Нифига себе. Патрошки, патрошки.
О, какие патрошки вкусные, кстати говоря, смотрите-ка. За это можно даже подлечиться немножко. Так, сейчас после этого волны метели... О, какие, смотрите-ка. После этого волны метели можно отправляться вперед. Вот туда, на эту горку. О-о-о. Да ты тварь. Ты задолбал. Лучше в таком виде оставайся, тебе так больше идет. Что ли? Я, пожалуй, подлечусь. А то я так постоянно оставляю эти спреи. И что с ними потом делать? Так, ну, Джейк там как-нибудь разберется. Извините. Ты чё, тварь? На меня, что ли? Не знаю, где ты. Я тебя потерял. Кого еще тут проехать, а? Кому не хватило? Тебе мало? Видимо, ему мало. Вот так. One more and we're done. Молодец, прямо на меня. А у тебя что-нибудь выпало? А, он даже не сдох, смотрите-ка на него. Ой, у вас что-то много, ребят. Мне что-то так кажется. Я, пожалуй, лучше свалю от вас. Не очень-то я вам доверяю. Если что, у меня еще флешка есть. И вот тут еще что-то можно найти. Good to go. Finally.
Валим. Ага, понятно. Не получилось мне вот эти мостики сбить в этот раз. Ну, вообще в упор не мог по них попасть. Ладно, скатимся пешком, значит, туда сходим другим путем. Кстати, что? Ага. У меня уже и места-то нет. Вы только посмотрите, кто-то все место у меня занял. Кстати, вот тут на тракторе, вот на этом тракторе, по-моему, медалька он лежит. Месяц летает. О, и теперь можно скатиться. Уи. Вот это я понимаю, горки. Правда... Точка приземления не самая приятная. Все-таки такой довольно болезненный, как мне кажется, удар. О, какая красота, кстати говоря. Посмотрите-ка. Куда ты прыгаешь? Стоп, погодите. А кто забирался наверх? Я четко слышу, что вроде кто-то забирался. Ладно. Джейк пока там развлекает ребят. И мы в какой-то пещере скатываемся. Еще одна горка. Уи! Ох, все в снегу. Ну зато... Зато в безопасности самое главное. Насчет Джейка. А, Джейк красавчик. Тоже скатился. Че, охренел? Кусаться еще будет тут. Паразит. Вот вторая медалька, кстати, где-то, по-моему, вот на этой башне находится. Ее можно было... Там, где третью штуку собирал, вот эту, третью флешку. Вот оттуда, с вершины, увидеть. По-моему, она вот на вот этой башне Лэп где-то находится. Или на дереве. В общем, где-то она вот здесь. С того домика можно было увидеть. Так, ну, главное, мы почти прошли. Правда, патроны я почти все слил. Вот это неприятный факт. Полетел. О, потрошки. Тебе норм? А ты это хрень. Решение. Да, это была ошибка.
Я почему-то думал, что я смогу от него уклониться. Это ничего не дал, да? То есть вообще. Ну-ну. Ну ладно, слил здоровье, что поделаешь, сам виноват. Ну что ж. Теперь пора в хижину. Красивая стена, не правда ли? А главное, мягкая, удобная. Понятно. Так, а у меня для тебя сюрприз есть. Ох. Вот это жестко, ребят. Я вообще не ожидал, что эти так близко, так быстро попрут. Фига себе, как Джейк вообще там наверху оказался. Ох. Ну, под лавину попасть — это действительно так себе удовольствие. Ой-ой. Еще вправо надо. А вот тут, кстати говоря, сейчас ближе к концу вот этого участка будет еще одна медалька. Одна из самых таких сложно собираемых в игре. Ох, тут с этой стороны еще. Вон она находится. Вот эта вот медалька. Отлично. О-о-о. Этот участок. Поздно-то поздно, но... А в смысле? Вот этот поворот. Не до конца понял, как я помер, но ладно. Но то, что поздно жалеть, это не значит, что идея все еще хорошая. Тут надо аккуратно. Я видел, слишком сильно свесился вот над этой ямой. Не, ну это я против, это баг. Меня просто я тупо застрял в текстуре. Походу меня коллизия Джейка немножечко так протолкнула, и я тупо застрял, как воткнулся в эту скалу. Вот.
Ну ладно. Пара смертей. Одна из которых несправедливая, потому что это баг. Одна из которых, окей, я виноват. Ну, облажался, упал. Ну, полетел неправильно. Fine, I won't. Let's go. I wonder how deep this mine goes. Move in! А. Я почему-то забыл, что это... Сначала ее открыть надо, а потом уже можно будет. О. Наша подружка стоит. What does it take to kill that thing? I think he's using those bugs to sniff us out. Be careful. Ну, кстати говоря, есть медалька пройти этот участок. Никого не убивая. Но мне кажется, плохая идея. Да, это... Ух. Да, в смысле? Я думал, что он сюда не долетает. Ну ладно, пару раз можно облажаться, на третий раз он, по-моему, ловит уже. Как понять, когда можно? А, вот. Окей, его видно хотя бы отсюда. Ну все, жук, ты получаешь. Не помню, докуда этот идет. Ох, вот это удар. По идее, тут можно просто вот так пробежать вперед, прыгнуть, и когда вдвоем будем здесь чекпоинт. Да, вот. Происходит. Вот тут, кстати говоря, есть такой небольшой смысл пару раз спалиться. Опять же. Потому что это другое место. По-моему, еще вот сейчас. Так, все, отлично. А теперь ждем, когда вот этот жук пройдет сюда. Так, на всякий случай возьму эту штуку, чтобы я случайно не выстрелил куда-то. Потому что на третий раз он поймет, где мы находимся, насколько я помню. Возможно, не на третий раз, конечно. Этого жука здесь нет, что ли? Он кончился? Может быть, его сам установок придавил случайно? Так, и Джейк, отойди-ка. Или это вот этот такой большой путь патруля делает? А, вы посмотрите-ка на него. Какой трудяга. Так, Джейк, давай-ка спрячемся нафиг. Потому что вот этот жук, по-моему, прямо до этого места. Практически до тупика доходит. Давай, жучара.
Ага. И вот тут открылось место. Насчет того, что... я два раза спалился. И тут у нас такой секретный сундучок. Могли бы что-то сюда покрепче, конечно, положить, чем просто небольшое сокровищенко. А вот до того, как два раза спалишься, этот устанак находится здесь. Я пытался его обходить, но это не особо вариант. На таком расстоянии он прям замечает. Он все-таки не совсем слепой. Лабиринтик. Ой, блин. Я что-то подумал, что он уже назад полетел. Ох, три жука сразу. И один идет сюда, вот. Поэтому, наверное, я тогда подумал, что... Так, теперь эти два. А, вот тут... Да сколько вас тут в одном месте? Вы чё, ребят? Ты как, ты по кругу летаешь, да? Вот этот, по-моему, не особо сюда летит. А, нет, летит. А, он вот здесь разворачивается, да? Так, остается немного. Вот этот... Вот этот точно сюда не летит, он разворачивается прямо там. И вот так. И здесь вот еще одна медалька. А, Джейк там. Ну, кстати, я могу сходить вот сюда забрать. Не то чтобы мне это нужно, но просто чтобы было. Забрать этот сундучок. И вот я не помню, вот с этой стороны что-то есть. По-моему, не особо. Я что, да, просто идем. А, я дверь открыл уже. У нас вот здесь. We can't go anywhere without that key.
Then let's go get it. Не уверен, будет ли Джейк. Ну, скорее всего, Джейк как-то сам может его отвлечь, но. Я сам себе его отвлеку. Теперь главное не вляпаться в этот супер-мега громкий лед. Ты куда целишься? Okay. Товарищ человек. Вот это прям неприятный момент сейчас. Вот эти кутыешки. Становится с каждым разом все сложнее и сложнее. А времени не настолько уж и много. Давай. По идее должно быть. Ох, ну следующее как прям совсем проблема будет. Тут прям совсем полчаса эта дверь двигается. Куда? Неприятное место, как я и сказал. Так, сейчас я кое-что попробую. Может быть, на геймпаде это проще будет? Ага. Где вот эта кнопка? Потому что вот эти кутые явно сделаны под геймпад. Да, я буду геймпад чисто вот на эту кутуешку делать. То, что это... Вот клавиатуру ее сделали, как по мне, не очень удачно. Должно быть. Где ты? Фух. Вот интересно, зачтется то, что Джейк погиб в качестве моей смерти? Или все-таки нет? Потому что технически же не я погиб. А, кстати, я что-то... Цыган.
Но меня тебе не сопротивлять. Да-да, прикинь. Вот что ты мне сделаешь, а? Готов. We did it. We... Just barely. Yeah. Once we get out there, I'll radio for pickup. Ох, ничего себе. А, ну меткость у меня, конечно, гениальная, да? Согласен. Маловато врагов прибил. А, смерти все-таки две. Вот эту гибель Джейка мне не засчитали за мою. Ну что ж, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока!